Добрый день. Очень важная идея, которой бы я хотел поделиться с нашими зрителями. Много лет, тут вы уже здесь, на практике в Толдоте раввинской, и вообще, в принципе, за все те годы, когда я соблюдаю, возникает тогда такой вопрос, когда что-то происходит, не дай бог, ни про кого не будет сказано, происходит что-то не очень хорошее. Как, например, вот эта авария, которая произошла на дороге номер один из Иерусалима в Тель-Авив, когда водитель автобуса врезался в стоящий на обочине грузовик, 6 человек погибло. И после такой ситуации Рав Штайману задали вопрос. А что делать? Очевидно, что Всевышний хочет что-то сказать. Очевидно, что Всевышний предупреждает. Да? Не происходит ничего просто так. Да? А почему же? Так вот, Рав Штайману задали вопрос, а что делать? Что, в чем становиться лучше? А что Всевышний от нас хочет? И Рав Штайман всегда отвечал раньше, пусть каждый принимает к исправлению какое-то то, что знает его сердце. То есть сердце всегда знает, в чем горечь души его. Есть такое высказывание. Сердце всегда знает, в чем горечь души его. И всегда возникал вот какой-то такой момент, ну, что это как такая отговорка, да? Многие говорили, ну, вот, как бы, ну, ничего конкретного нам не сказали, да? Нам ничего конкретного не сказали. Я много раз слышал такое, что, ну, а что делать? Ну, что делать? Давайте что? И все ждут от Рав Штайману, что Рав Штайман скажет, а давайте все вместе, например, я не знаю, там, будем соблюдать больше шаббат. Я не знаю. Это иногда, между прочим, тоже говорил, когда были частые несчастные случаи и ранние смертельные летальные исходы в Рамат-эль-Ханан, это в Бнейбраке есть там такой очень хороший район, я какое-то время жил. Так там он сказал, что да, действительно, принимайте шаббат раньше. Действительно, там начали принимать шаббат не за 22 минуты до захода солнца, а за 32, за полчаса. И действительно, так сказать, там вот эта вот эпидемия каких-то несчастных случаев прекратилась. Здесь же Рав Штайман сказал так, в газете привели его высказывание, что любая вещь, которую люди принимают, да, как результат, как бы, что они проснулись, они пробудились после вот этого несчастного случая, и они хотят стать лучше, они хотят быть ближе к Богу, хотят что-то исправить. Говорит, любая вещь, она приносит пользу. Самое главное, говорит Рав Штайман, чтобы приняли это Каббала Гмура, то есть реально приняли. Не просто так, сегодня да, завтра нет. Что-то принимает человек, он несет ответственность за это, он серьезно, как можно сказать, Блев Шалем, с чистым сердцем. Да, то есть он принимает серьезно и хочет, чтобы это было как бы как чува, это может быть еще и щит от возмездия. Да? Он хочет, чтобы он хочет стать лучше. Он понимает, что нужен ему щит, но он хочет стать лучше. То есть вот этот вот момент всегда задает вопрос, да, что, к чему я говорю, да, вы поняли уже, и к чему я клоню, да? А что нам делать? Рав Штайман ответил, что бы вы ни делали, если вы делаете это для того, чтобы стать лучше, принимаете какое-то действие ради того, чтобы стать лучше и исправиться перед Богом, это приносит пользу. Не надо ждать, что будет какой-то универсальный ответ для всех. Это неправильно. Да? И более того, если бы Бог хотел от нас какого-то универсального ответа, хотел бы, чтобы мы все дали, Он бы нам его бы дал. То есть мы бы это понимали, что мы все хотим. Раз Всевышний разговаривает с нами вот таким вот намеком, значит, вопрос и обращение идет к каждому конкретно, конкретной личности, что вы
должны каждый, как личность, себя исправить. Потому что иначе нет смысла в таком разговоре. Ради чего, так сказать, Всевышний нас предупреждает? Чтобы что? Мы же ничего не понимаем. Так вот, это ответ Рафштаймена, главы поколения, 102-летнего старца, который отличается от его качества, Рафштаймена, это вот такой вот, он очень-очень разумно подходит ко всему. Так вот, Рафштаймен говорит так, что что бы мы ни приняли, это приносит пользу. И это логично, потому что если бы Всевышний хотел от нас какой-то конкретики, имел бы кому-то ко всем определенные направления, у него было бы достаточно способов, чтобы это сообщить. Раз он вот так разговаривает, вот таким намеком, значит, он хочет от каждого своей индивидуальной работы. Поэтому каждый должен выбрать что-то одно свое и там продвинуться. И для меня это очень принципиальный ответ, потому что как бы я много раз думал, что нужно так отвечать людям, когда люди спрашивают там на сайте или в жизни, а что мне делать? Вот у меня там такие-то проблемы в жизни. Вот там у меня не клеится, там у меня не клеится. Я говорю, я не знаю, я не пророк. И нет у меня пророческого дара. А вы задаете вопрос, что я вам могу ответить? Подумайте сами ту точку, в которой вы считаете, вы можете улучшиться. Сердце знает горечь души своей. И тогда вы делаете вот в этой точке, исправляете, и тогда это то, что Всевышний от нас хочет. Большое спасибо.